Программа «Хроника» выходит при поддержке Парадонтологического центра. Сейчас, наверное, одна из самых главных наших забот – это как себя прокормить будущей зимой. И каждый по-своему решает эту проблему. Мы находимся на улице Роя в доме 26. Вот здесь, в уютной лоджии, где, как вы сами видите, растут помидоры. Ну, наверное, простите, огурцы сейчас растут. А что, кроме огурцов, у вас здесь? Огурцы у нас были посажены здесь, но уже мало. Были посажены здесь у нас помидоры вот с этой стороны. В 9 ведрах. Взяли 2,5, почти 3 ведра помидор. Вот здесь на лоджии? Да, здесь 3 ведра, сделали аджику. А огурцов много ли? А огурцов, да, огурцов тоже было примерно 2 ведра взяли. 3 ведра помидоров и 2 ведра огурцов в такой маленькой лоджии. Кстати, у Мясниковых нет дачи, а помогают Виктору и Надежде мама, дети, друзья и вот эти книги. Если у Мясниковых огород на подоконнике, то на Древлянке, на Лососинском шоссе, у дома номер 34, устроен огород прямо под окнами. Клавдия Михайловна Серкова вот с этого огорода уже сняла 2 мешка картошки. Оказывается, не только дурной пример заразителен. Соседи стараются не отставать от Клавдии Михайловны. Выращивают картошку, цветы и даже подсолнухи. Но, к великому сожалению, у большинства наших домов и в городе, и в деревне грязь и полное запустение.